Привет! Привет! Ребят, всем привет! Йоланда сегодня первый день идет в школу, она проснулась так рано. Ну-ка, вот так, распуши немного волосы. Залезала. Покажи, какое у тебя платье? Вот такое длинное-длинное платье. Мы сделали купяшки. Да, чуть-чуть косички заплели. Ну, Йоланда, подальше, не надо так. Немного заплели косички, чтобы были попушистые волосы. Вот обезьянка. Ну все, пошли? Да! А я тоже, я, кстати, тоже одела платье. Ну, без каблуков просто пойду. Пойдем? Да! Все. Пока-пока! Поснимаем, может, на улице, да? Да! Ну, не на улице, а в школе, там посмотрим, как все будет проходить. Да. Так что все, пока. Йоли, иди с Янисом. Я не помню как. Йоланда встала, потерялась. Йоланда? Йоланда, поздравляем тебя. Все, сейчас пирожное. Ты стеснялась, что ли, взять? А? Йоланда, все, в первом классе у нас. Да? Поздравляю. Ты меня не пачкай только. Йоли, ну не пачкай меня пирожным. Девочки. Девочки. После первого дня Кристиана, это подружка Йоланды. Это дочка моей подружки. И она идет во второй класс, а Йоланда в первый. Но они будут в одной школе, да? Видеться будете? Играть вместе будете? Да? Сейчас зашли возле школы в кафе просто посидеть, кофе попить. Время еще 10 утра нет. Мы уже здесь. А? Красивые две девочки. Самые красивые были, да, скажи? Ну. Самые красивые девочки были в школе. Давайте я вас сфотографирую. А? Встанете? Вставайте вот здесь. Сейчас Нет, я вас сфотографирую. А зачем ты снимаешь? Йоланда, привет. Давай поздороваемся с моими зрителями. Мы продолжим снимать это видео. Я вам вставлю несколько кусочек, ну или в начале видео, либо в конце видео, как Йоланда пошла в школу, ее первый день. То есть быстрые такие кадры, чтобы иметь представление о школе, начальной школе в Греции. И видео мы продолжим, надеюсь, вам понравится это видео. И видео мы продолжим снимать про одежду, да. Я знаю, что мои девочки, мои зрительницы любят видео с детской одеждой H&M и Zara. У нас здесь две коробки. То есть, смотрите, я уже говорила, что я покупаю Йоланде одежду не каждую неделю, не каждый день. Я ей беру сразу много. То есть, вот у нас две коробки пришло. То есть, ну, практически на сезон там... Ну, плюс-минус, да, смотря что-то, если нужно, то мы докупаем. Но основную массу, основные вещи, чтобы комбинировать их друг с другом, я вот собираю в самом начале сезона. Так что давайте мы сейчас посмотрим, а потом Йоланда мне примерит кое-что. Марси! Это Марси у нас. Йоланда примерит и им покажет, как это выглядит, да? Сначала пальто. Да, пальто. Давай, Йоланда, помогай и рассказывай. Йоланда у нас, оказывается, была без шортов, а просто в трусиках. Поэтому я ее отправила одеваться. Давайте я вам буду рассказывать. А все вещи в коробках стоят еще. Я онлайн, да, заказываю. У нас в городе нет этих магазинов. Но доставка очень быстро. И пальто, единственное, то, что я повесила на плечики, это пальто Zara и взяла на 7 лет. Это новая коллекция. Я вам показывала во влоге. Как раз это пальто, вот оно. Оно просто безупречного качества, оно такое тепленькое. То есть здесь, смотрите, вот такие вот большие пуговицы, их штуки, да, штуки 3, карманы, манжеты. Ну, в общем, очень такое, знаете, оно смотрится как оверсайз. Джинсы, которые Йоланда сама выбрала. Вот такие вот джинсы. Вот такие. Ну, Йоланда, давай на кровать вот сюда просто. Хорошо. Вот такие джинсы, ну, как комбинезон, вот. Здесь кармашек, по бокам. Тут кармашек. Угу. По бокам пуговки. Ну, с одной стороны. А я... Кармашки.
Хотите, я вам что-то скажу? Когда я была маленькой, у меня тоже такое было, только тут были всякие сердечки. А, ну, наверное. Да. И вот эти джинсы, они немного укороченные, то есть такая укороченная модель, они специально с подворотами. В общем, очень красиво смотрятся, они без ничего лишнего. Такие стильные джинсики. И что тут написано? Ну, там этикетка написана. Zara Kids. Zara Kids. Размеры, давайте, вот Йоланде 6 лет будет, вот через буквально несколько дней. На 7 лет я беру. Так, дальше. Я достаю. Джинсы, простые джинсы. И... Клади их сюда на кровать. Вот. Они со снежинками. Еще одни такие простые джинсы. Здесь, да, они уже более зимние. Ну, какие-то более осенне-зимние. Здесь уже какие-то снежинки вот. Из маленьких-маленьких. Камушков, стразиков, что это? Это стразики. Простые узенькие скини-джинс. Это стразики. Стразики тоже на 7 лет. Они, кстати, недорогие, 13 евро всего были. И вот такие скини. Да, вот люблю такие опять, детские джинсы. И опять тут написано. Ага. Дальше. Очень удобные вот такие шорты теплые. Они с колготками. Вельвет, велюровые. Их надо как... с колготками. Да, их с колготками. Тоже на 7 лет, на 122 сантиметра, хотя Йоланда 123 сантиметра, но так как она худенькая, поэтому, ну, в принципе, нормально. А, вот такие, то есть любым свитером, с любой кофточкой, блузкой, худенькая. Майка. Давай все посмотрим быстро, да? Да. Майка, обычная красная базовая майка Super Love. Понравилась вот из-за вот этой, ну, из-за этого принта, не принта, оно, то есть вот. Такое, как бы, немного... Да, это как наклеено, что ли, такой бархатистый материал какой-то. Тебе и надо... тоже на 7... На сколько лет? На 8 лет. Тебе надо... Давай, Йоланда достает. Мы померим, и мне кажется, это будет вообще супер смотреться все. Вот такая толстовка на 7 лет и вот с этим алмазом. Который тоже можно вот так вот переворачивать. Ну, знаете, вот эти вот китайские подушки были, которые вот так делаешь, эти пайетки, они разными цветами получались. И вот это то же самое на толстовке. Ну, такой приятный серый цвет. Она тепленькая, утепленная и очень красиво, ярко смотрится. Приложишь к себе? Да. Просто приложи. Я поэтому ее хотела. Да, Йоланда ее сама выбрала. Потому что она делает вот так. Просто... Классно будет с джинсами, с лосинами. Вот, вот. Давай дальше. Теперь я. Давай, открывай. Желтая майка подходит под желтое пальто. Да, желтая кофточка. Еще бы, еще сапоги. И здесь вот такое декоративное, что это? Декоративное. Так, давайте отодвинусь. Ну, в общем, такой как узелок. Просто как лапша сделана эта кофта. Она, кстати, не сильно теплая, ну, такая как более трикотажная, что ли. И как сейчас вот в тренде вот такая вот типа вязка, да, вязаные какие-то вещи. То есть очень-очень модная и очень яркий цвет. Дальше. Все хорошо упаковано, конечно, в Заре мне нравится это. Далее, вот такой костюм, ну, как костюм, оно на самом деле по отдельности. Первое это кофта. Ну да, я, в принципе, все вещи на 7 лет, да, получается. Ну, на 7, на 8 даже что-то брала. Тоже здесь декоративный узел. Тоже вот такая вот вязаная, как будто бы она. Ну, это, естественно, машинная вязка. И к ней мы подобрали вот такие штаны. То есть, смотрите. Я зрителям хочу что-то сказать. Смотрите, оно не костюм, но оно очень подходит. Здесь вот такая декоративная отделка, воротник. Вот именно вот такой красно-бело-синий. И здесь шнурок такой же. Видите, в таких же тонах. А штаны широкие, расширенные, то есть расклешенные. И здесь... Такие как будто лампасы белые, но из такой же ткани. То есть очень хорошенькие, такие мягкие-мягкий материал. Но единственное, вот тоже на 7 лет, да, на 7 лет, единственное, ей в талии широкие, потому что я вот думала, они будут вот эти шнурки подтягиваться, это просто декоративные. Поэтому надо будет распороть и подшить резиночку. Далее, это мы к пальто подобрали вот такую косынку. То есть на шею, либо на куда? Либо на голову. Да, на волосы.
будет как фэшн-блогер Йоланда, да? Да. Я говорю, ну если ей не понравится, я ее себе прекрасненько заберу. Мне и она нравится. Такая... Мне не нравится, ты ее заберешь. Я заберу? Нет, будешь тоже носить, посмотрим. Так, дальше, колготки простые, тоненькие. И что там еще интересное? Давай показывай. Самое-самое, то, что мне нравится... Это вот эти ботинки. Тоже в прошлом влоге вам показывала. Здесь маленький каблучок. Но, как скажи, Йоланда, удобные? Да. Вообще неудобные. Но, Йолан, не надо сейчас вытаскивать. Замочков нет. Здесь вот эта резинка. И ножка прекрасно влазит. То есть можно вот это вот растянуть с обеих сторон. И ножка пролазит. Каблучок размер еще. Взяли... Еще каблучок тут. Да, и каблучок. Здесь размер 30-й. Такие. Нравятся? Да! Такие казаки они. А ты говорила, что я не могу ходить на каблуках, а я могу. Так, это у нас был заказ Зары, здесь больше ничего нет. И сейчас вот эту огромную коробку откроем. Это у нас коробка с H&M. Да, это у нас H&M. Под носки? Ну да, здесь уже более базовые вещи, как я говорила, здесь вот куча носок. Что это у нас? Подожди, Йоланда. Это толстовка тоже такая утепленная, с бабочками. Пудрово-розовый цвет. Эта толстовка уже у нас на 6-8 лет. А теперь вот ты. К ним мы взяли что? К этой толстовке что мы взяли? Штаны. Штаны. Так как у Йоланды будет физкультура практически каждый день, потому что ей более... Поэтому ей более спортивная одежда нужна. Да. А к этой толстовке... Это более спортивная и теплая. Взяли штаны. Ну, то есть получился костюм. Там можно, в принципе, разные комбинации делать по цветам. Но мы взяли в одном цвете. Тоже костюмы как бы подобрали... Ну ладно, ну, подожди, ты неправильно показываешь. Все. Подобрали шапку. Шапку, то есть тоже такая пудрово-розовая с какими-то баб... Только это баночки. А что это? Это бантик. Бантик, я забыла, что это. Ну, в общем, оно тоже все подходит. И давай платье. Покажем... Платье. Нет, платье мы пока не покажем. Покажи кроссовки. Какие? Там. Сейчас из большой коробки Йоланда достанет кроссовки. Класс. Том, видишь? И здесь... кроссовки тоже подходят сюда. Да. Такие тряпичные. Больше эти кроссовки больше подходят под эту шапку. Ага. Потому что у нее тоже... Блин. Я прям вижу, как вот она одета вот в этот костюм и с кроссовками. Мне кажется, будет круто смотреться даже. Да. А теперь достаю я. Давай. Размер, кстати, кроссовок 30-й, так же вот, как и сестра моя привезла, 30-й размер, тоже 30-й размер, и я заказала. Следующее платье, Йоланда его тут уже достала, и уже хотела мерить, но я ей сейчас не дала, потому что надо поставить красиво свет, камеру и так далее. Ну, в общем, вот такое, какой цвет это? Ну, розовое, в общем, оно, с подкладом. Приложи просто к себе. На размер 6-7 лет. Вот, без рукавов, просто оно такое простое, там резинка, и у меня садится камера. Девочки, садится камера. В общем, набор здесь из трех пар лосин, то есть такое базовое, базовые кофточки с рукавами, вот эти постоянно берем. А дальше... Вот такая вот маечка. Маечка с длинным рукавом, тоже с зайчиком, который пайетки переворачиваются туда-сюда. То есть и серебристый какой-то зайчик, и золотой можно сделать. Далее белая майка. Так, быстро-быстро, сейчас батарея сядет. Тоже белая майка, просто базовая, с длинным рукавом. И здесь уже вот такие девочки, как будто нарисованные. Трусики, там, носки, трусы, ну, в общем, как обычно. Йоланда, еще вот эти вот штаны, да, лосины? Да. Очень яркие, очень красивые. Мама, были еще были еще в черном, по-моему, цвете и в серебристом, но мы взяли розовые. И последняя вещь, это у нас тоже какая-то базовая майка.
Так, и еще одна базовая майка. Я, кстати, думала, что она с длинным рукавом, так же, как вот и белая-черная, но она просто обычная маечка. И мне кажется, она больше похожа на какую-то, на как пижамная. Ну, ничего, в принципе, можно будет носить пижаму под какую-то кофту вниз, да? Йолана сидит, играет с зайчиком. Вот, кстати, она перевернула, он сейчас розовый, а сейчас золотой. И Йоланда теперь у нас тоже все примерит, и я вставлю эти отрывочки, да? Да. И смотрите полное видео. И здесь Йоланда еще примерила пару комплектов одежды. Это ей уже были подарки на день рождения. Данный комплект состоит из юбки и блузки с длинным рукавом, с сердечками из пайеток, как она любит. Это подарок был от моей мамы. Она просто в восторге от него, потому что я это вижу. Юбка как пачка балетная, и это платье тоже утепленное, она такой материал наподобие толстовки, то есть внутри такой начес тепленький, под низ мы одеваем зимой вот такую вот базовую маечку с длинным рукавом, а так как платье немного большое, я и поэтому надела пояс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Miss Beauty. Нажимайте на колокольчик и увидите кнопочку вниз, и нажмите кнопочку вниз, кто не подписался. В общем, подписывайтесь на мамин канал и на Йоландин канал Miss Beauty, ссылочка в инфобоксе под видео. Если не подписались, подпишитесь прямо сейчас. Надо подождать, чтобы все подписались. Все, прощайся. Пока-пока. Пока-пока. Если да, вам нравятся такие видео с одеждой, то дайте мне об этом знать. Будем снимать чаще такие видео. Мы делаем не на Миконосе такое видео. Да, да, да. Все, пока-пока.